Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play, мы продолжаем с вами играть Tomb Raider 2013 года. Итак, отправляемся дальше. У нас с вами уже 82% игры пройдено. На самом деле, осталось не так много, я думаю. Может, выпуска 4, ну максимум 5. Так. Хорошо, я вижу врагов. Раз, два, три. Так, ну хоть они на нас не реагируют никак, это хорошо. А вот с этого начнем аккуратненько. Раз. Два. Зараза, он выжил? А как он выжил-то? Я что-то не понял. А он в шлеме был. Так, сейчас. Ах ты! Голову спрятал. Ну, высунься. Есть. Да, на! Есть, убили. Все, вроде тишина. Здесь еще один лагерь. Окей, у нас довольно-таки много снаряжения, но нам некуда его использовать с вами. Так. Что у нас там? Здесь где-то не собран тайник. А где это? А это где-то... А это где-то прямо под нами, да? Слушайте, это случайно не вот тут? О, вот он тайник, смотрите. Так, а как мы его пропустили, прям даже не знаю. А вот не зря ли я сюда сейчас спрыгнул? Нам вроде туда наверх нужно было, к этим ребятушкам, да? Кстати, смотрите, здесь коробка. Что в коробке? 33 детали от винтовки собраны. Супер! А, у нас сейчас винтовка улучшилась. Мы ее можем, скорее всего, еще какую-нибудь модификацию на нее поставить. Давайте попробуем. Так, да, модификация оружия, автоматический карабин, шикарно. Что мы можем с ней сделать теперь? А, вот она. Так, граната при взрыве выбрасывает шрапнель и радиус поражения заметно увеличивается. Давайте возьмем, шикарно. Это нам пригодится. Изменение нарезов. Изменение нарезов ствола повышает скорость пули и наносит и наносимый урон. Наносимый урон. Так, это у нас оптический прицел и глушитель. Ну, я даже не знаю. Давайте оптический прицел возьмем. Глушитель. Ну, как-то я даже не знаю, нужен он нам или нет. А вот винтовка с оптическим прицелом. Это просто супер. Ну, реально очень близко стало приближать. Очень мощно. Так, пойдемте сюда. Так, спасибо, ребятушки. А что это здесь такое? Мы здесь разве были? Секунду, а здесь нигде никуда пройти нельзя? Ну-ка... Да нет, нет, по карте здесь ничего нету. А здесь мы с вами были. Все, ладно, тогда идем обратно на берег. Так. О, она сама спрыгивает, понятно. Я думал, сейчас нажимать что-то придется. Давай, давай, давай. Вон там все наши ребятушки собрались. Пойдемте поговорим с ними. Что они нам расскажут? Это все инструменты, да. Вот отвертка и гаечный ключ. Она о ломе, я помню, говорила. Еще лом ей нужен был. Мы услышали взрыв и подумали... Алекс. Он остался на корабле. Да уж. Он погиб как герой. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Грейс! Так держись от меня подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Да, Рейс что-то перегибает палку. Хотя, это можно понять, и рот попал. Накормишь человека, спасешь его душу. Точнее, умер. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара.
Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика — ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури — неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Ну, это хорошо. Хоть кто-то нас точно не бросит. Ладно. Так. Одну секундочку. Вот тут у нас была гробница, да, в которую мы не могли попасть. И теперь вот с этой штукой... Давай, подтянем с жумаром этим. Теперь мы можем сюда попасть. Шикарно. Просто отлично. Ну, патроны нам не нужны. Хорошо, пойдем посмотрим, что внутри. Но я, честно говоря, как-то сомневаюсь, что там будет что-то сильно полезное. Так. Что у нас здесь? Можно привязать туда веревку. Давай сделаем это. Чтобы через воду не пробираться, понятно. Туда пройти вроде нельзя, да? Рыба везде свисает. Вот под конец игры вот эти уже длинные такие гробницы. Храм служительниц. Это пещера, место поклонения. Еще один лагерь. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова. Но уж придется постараться. С Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я не пойму, зачем Матиасу понадобилась Сэмми. Но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами. И в полной безопасности. Окей. Я согласен с ней. Так, давайте посмотрим, что у нас там из навыков-то есть. Эти мы полностью раскачали. Здесь у нас что? Слух и зрение обострились. Теперь вы легко замечаете животных и источники пищи. Честно говоря, мне это абсолютно не нужно. Это у нас связано со стрелами. И еще лучше осматриваем тела убитых врагов в поисках боеприпасов. Ладно, давайте возьмем. Ну, у нас, в принципе, выбора-то особо нету никакого. Только вот это брать. Все. И нам нужны еще запчасти. Так, что у нас здесь вообще такое? Какие-то конструкции. Ладно, давайте начнем сначала. Нужно, наверное, вот это покрутить, да? Все правильно. Так, поплыл этот буёк. Он поплыл туда. Так. О, секунду. Теперь мы можем перепрыгнуть сюда. А здесь что делать? Наверное, вот за это. Тихо. Давай, быстрее. Тащи. Есть. Так. А там мы ничего не пропускаем? Да нет, вроде ничего. Вот, он поворачивает эту штуку. А, и мы можем вот сюда цепануться. Класс. Отлично, давай, побежали. Наверное, это склад продовольствия. Ну да, везде рыба. Фу, наверное, воняет там жутко. Здесь какую-нибудь модификацию найдем интересную. Ух ты. Гробница расхищена, храм служительниц. А новая модификация. Пистолет модифицировали, отлично, до максимума. Будем сходить в лагерь куда-нибудь. Что они тут делают? Да непонятно. Чем занимаются? Ну, видимо, здесь конкретно они просто... рыбу ловили, я не знаю. Так, пистолет Магнум. Модификация оружия Вепрь в Магнум. Отлично.
Магнум — это прикольно. Так, давайте посмотрим, что мы можем с магнумом нашим сделать. Пистолет. Магазин большей емкости содержит 12 патронов. Отлично, хорошо. Вот это что такое? Замена механических частей повышает урон. Вот это мы и возьмем. Шикарно. Теперь у нас с вами отличный просто пистолет есть. Ну, и выход из гробницы я просто перемотаю. Окей, вышли из гробницы. Слушайте, я вот что думаю. Сколько мы с вами людей-то здесь уже убили? Привет, ты хочешь мне что-нибудь сказать? Я здесь подежурю. Рейс возится с мотором, а остальные отдыхают. Понятно, не хочет. Кстати, вот здесь тайник. Это где-то там у воды. Рейс отдыхает. Все, пускай Рейс отдыхает, она не в очень хорошем настроении. Так. И крабик ползет. А мы можем с крабиком что-то сделать? Бяу. Нет, ничего особенного мы с ним сделать не можем. Так, секунду. Где-то здесь тайник. А, вот мы прямо рядом с ним. Вот он. Вот там вот лежит коробка опыта, 20 опыта, да ну нафиг, я не буду мучиться, не полезу туда, смысла никакого нет. Там мы с вами были, там мы все собрали. Ой, сюда нам не нужно. А куда нам с вами нужно? А нам с вами нужно куда-то вот сюда, берег печали, тут еще один тайник. Пойдемте сходим, я туда сейчас перемотаю поближе. Понятно, берег печали, это видимо вот сюда куда-то нужно идти, да? Вот на эти все вышки. А тайник находится где? Начните восхождение к исследовательской станции. Странно. Ага. И вот это все, это уже там, в исследовательской станции где-то, да? И вот здесь карта. То есть там мы еще с вами вообще не были. Все, понятно. Для этого нам нужно вот это выбить. Давай. И подняться вон туда наверх. Пойдемте. Блин, мы столько здесь народу все-таки переубивали этих вот гадов. Я понимаю, мы... Сейчас, секундочку. А что, как нам здесь... Что нам здесь нужно сделать? Что нам здесь с вами нужно сделать? Я что-то не понял. Здесь где-то как-то можно зацепиться, что ли? Нет, нельзя. Странно. А вот это что? А, вот же. Лифт надо отпустить было. Так вот, мы с вами с... Жесть. Прикольно. Столько людей поубивали. И как мы потом с этим жить-то будем? Ну ладно, мы, конечно, защищались, все дела. Но это же кошмар. Это же так по психике бьет. Все вот эти вот достижения, убить его как-нибудь так красиво. Ларка там уже удовольствие от убийства стала получать, как она без этого жить будет потом. Скорее всего, поэтому она продолжила расхищать гробницы. Давай. Что-то не лезет. А, отлично. И появилась игра Rise of the Tomb Raider. Потому что Лара соскучилась по убийствам. Так, там вот ящик лежит какой-то. Ну нет, это просто запчасти. Давай. Есть еще одна модификация появилась у нас новая. Так, тут у нас что? Это гранаты. Гранаты нам не нужны. Это мы можем куда-то зацепиться, да? Секунду, а вот здесь тайник. Тайник прямо за нами где-то. А где? А где он? Вот там внизу, что ли? Нет. Но там внизу есть, кстати, запчасти. Странно. Или над нами где-то наверху. Ну-ка. Нет, здесь она не хочет забираться. А вот здесь она может забраться? Есть, можем вот здесь забраться, понял. Значит, вот здесь наверху тайник, скорее всего. Вот он, вижу. Вот, отлично. 10 из 15, тихо. Есть. Теперь нам, скорее всего, нужно перебраться вот туда.
Отлично. Ну вообще, конечно, жесть этот. Гад прибежал, стреляя в воздух, вернулся. Какой-то он слишком мутный. Что-то я его совершенно не доверяю. Почему у меня такое ощущение, что нас уже продал? Так, здесь дневник. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Еще эти бедолаги с Эндьюранс. Такое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на 2 фильма, а то и сериал. Боже правый, это открытие потрясет весь мир, и я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же все поставил на эту экспедицию. Но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедуют этим людям. Они просто сломлены и растеряны, а я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет! Уитман, мое величайшее открытие. Уитман совсем обезумел, жажда славы и богатства явно помутила его рассудок. Да. Он явно что-то берега-то потерял. Блин. Как он хочет с ними договариваться? Они его просто порежут и все. Ладно, секунду, куда нам? Еще один тайник нашли. Что-то немножко... А, вот туда, наверх. Наверное, вот так вот. Есть. Раз. Фитман, гад, а? Жесть. Пристрелить бы его, да? Нельзя. Посадят. Ладно. Давай, полезли наверх. Здесь еще одна веревочная дорога, да? Она что-то не функционирует. Нам, наверное, просто нужно будет подтянуть их сюда. Там веревки на них. Так, давай попробуем. Ага, с помощью жумара, ясно. Теперь мы с помощью жумара вообще все что угодно можем делать. Раз. Отлично. Нет, оттуда мы точно не допрыгнем. Давай еще разик. Так. Есть. Тихо, 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 тихо. Есть. Отлично. Просто отлично. Фу. Так, значит, нам сюда теперь, да? Постой, а мы здесь ничего с тобой не пропустили? Постой, 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 заберись. Так, постой. Здесь ничего не пропустили? Нет, нет, все на месте. Эть! Отлично, зацепились. И музычка пошла неспокойная. Хотя нет, все нормально, вроде никого нету. И музыка успокоилась. Есть. Сюда. Так. Давай. А, вот здесь наверх можно просто забраться. Я думал, нужно будет прыгнуть туда налево. Классно, теперь мы полностью можем модифицировать лук. Что? Ребятушки говорили о демонах. Да ну тебя нафиг, где еще? Кто? Кто? А, вон вижу. Ах ты. Есть. На. Все. Да, все. Есть. Здесь у нас что-нибудь есть? Полезное, нужное? Нет, здесь ничего нету. Куда нам? А, вот сюда, понял. Ага. Теперь вокруг по этой стене. Блин, ну понастроили, да? Ты посмотри. Давай. Давай.
Отлично. Здесь что-нибудь есть? Нету. Так. Пошли дальше. Блин, вот странно, мы так еще до сих пор не встретили ни одного этого демона Они. Я думаю, мы встретим кого-нибудь. Они постоянно про них говорят. Мы в самом начале там видели, как эти демоны Они их разрывают. Он такой огромный, здоровенный. Я уж даже не знаю, кто это был, ну, в такой броне. А может быть, это статуя была или что это, да? Мы так никого и не встретили. Секунду, нам вот туда. Это нужно вырвать. С помощью жумара, ясно. Ну да, нам туда. Ну что, попытаться с разбегу прыгнуть, да? Давай. Фух, блин, я бы испугался. Я бы реально испугался это сделать. У нее выбора нет, Ей нужно выбираться с этого острова. Здесь ничего нету. Так, ладно. И врагов вроде не слышно, не видно. Следуйте древнюю гробницу. Погоня за ветром. Тихо! Ух ты, черт! А что? А, мы можем, все, здесь вода, все нормально. Это древняя научная станция была написана, да, или что это? Мы туда попасть можем? Не можем. Хотя... Постойте, вот там какая-то коробка, вот я вижу через стену, ладно. Ладно, пойдемте пока дальше. А, здесь все вот так вот вокруг-вокруг, ясно. А здесь что? Секунду, это мы... Мы пришли отсюда? Это можно разрушить? Так, нет, не так, вот так. Можно. Шикарно. Давай, вылезай. Но самое главное, что никто не услышал нас. Так, вот сюда можно выстрелить. Есть. Эй, камон, давай. Отлично. Вот он артефакт. Это дары древним правителям Яматая? Или тут была какая-то битва? Шлемы. Династия Джоу. Нет, на нем вроде ничего не написано. Ну, кстати, вот действительно непонятно. Здесь за такой огромный период времени разные вещи лежат. Просто жесть. Просто жесть. А там наверху мы больше ничего не пропустили. Ну-ка. Нет, сюда нельзя. Все. Детские куклы вот эти вот с разбитых кораблей. Шлемы всякие. Я, честно говоря, не знаю, зачем ввели это в игру, ну, чтобы просто добавить колориты, видимо. Но... О, прикольно вот там. Там у нас что будет? Там у нас будет коробка с запчастями. 30 запчастей, хорошо. Давай, 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 давай. Так. А, да, это мы вот там были. Что тут? Нам? Нам, видимо, вниз, да. Смотри. Да тихо ты. Здесь же они. Да, хочешь, чтобы нас учуяли? Заткнись и продолжай искать девчонку. О, они говорят, что здесь они. Значит, мы, скорее всего, здесь встретим демонов, да? Было бы прикольно. Так, раз. И там второй где-то был, да? А, вот он прям тут стоит. Тихо, тихо. Что? Трупы подвешены, здесь трупак. Этот вниз упал куда-то, да? Хм. О, дневник еще один. Мы нашли гробницу, и тут появились демоны, они. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли.
О боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они, все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, ее надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Солдат пробуждения. Снова этот солдат и демоны. Может, он имеет в виду те существа из монастыря? Ну да, которые мы в самом начале видели. Скорее всего, их-то он и имеет в виду. Кого еще может иметь в виду? Отлично, спортивный лук. Есть. И дробовик мы улучшили. Давайте что-нибудь вложим в спортивный лук. Я люблю с лука стрелять. Так, что это? Разрывные 650. Напалмовые есть. Стабилизатор повышает точность полета стрелы и увеличивает наносимый урон. Ладно, давайте стабилизатор возьмем пока что. И нам нужно накопить 650 на разрывные. Так. Хорошо, ну я даже не знаю, стоит ли идти дальше. Здесь вроде больше ничего нету. Здесь какой-то еще артефакт будет и тайник. Стоит ли идти дальше и насколько далеко эта гробница пролегает? Черт, звук мне этот не нравится. Ладно, давайте, наверное, тогда все-таки продолжим в следующем выпуске. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Продолжим в следующем выпуске. Вот смотрите, там дверь какая-то. Класс.